Партийцы Владимир Виницкий и Олег Цуцков приняли участие в открытии спортивного турнира для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Соревнования прошли в волейбольном центре. В этом году их участниками стали команды из разных округов Подмосковья. Впервые свою сборную представил санаторий «Звенигородский». Команду «Сильный духом» сформировали из участников специальной военной операции, которые проходят реабилитацию после ранений.